А самое страшное, знаете, что еще с этим РОВД? Можно было бы проехать туда, но это же туда попасть, это же все, это катастрофа. Они же там избивают, они же заставляют подписывать, они же там насилие страшное, это уже однозначно. Что так можно было избить человека, вот просто избить ни за что. Хорошо, доставили вы его в РОВД, ну целого, невредимого. Зачем надо было избивать? Да еще химический ожог глаз такой. А если бы, не дай бог, у него была аллергия? Все, смерть сразу. И никто не виновен. Вот двое сотрудников милиции лежачего бились ногами, а третий ему брызгал вот этим баллончиком все время в лицо. То есть, не переставая, не то что один раз вот в начале, когда они ему брызнули, а когда уже он лежал, и его избивали, а этот брызгал ему в лицо прямо. И вот эти вот, мы задаем вопросы, предметами, имеющими ребра, что это? Тупые двугранные углы. Нам никто не ответил на этот вопрос, ни следственный комитет, ни милиции, никто. Они 30 минут держали его в РОВД в наручниках, потом в ЦРБ привезли на свидетельство, не держали в наручниках. И рапортов никаких не было, только когда мы в понедельник подали заявление в милицию, вот только тогда они уже в защиту свою написали рапорта. Рапорта написали задними числами, задержание было 2.55, они в рапортах написали 3.20, протокола задержания не было, куртку порвали, мобильный побили. Документов, как они утверждают, требовали документы были с собой. Мы боремся, получается, со всеми инстанциями, которые есть. И с больницей, и с следственным комитетом, и с милицией, и с прокуратурой. И получается собственная безопасность, и со всеми. И везде, кругом такая фальшь. Позу Ромберга, он не стоит в позе Ромберга, ему написали. Но мы думали, что есть несправедливость. Но чтобы такой несправедливости... Мы такой не столкнулись. За все время вот только пару человек, которые честно и справедливо отнеслись. А все остальные смотрят тебе в глаза, представляешь им факты, объясните, они просто молчат. Я даже не знала, судья будет на нашей стороне или нет. А вот, но когда он услышал вот то, что они говорили, вот эту вот ерунду сплошную, вообще никаких фактов. Эти материалы... Все по делу о правонарушениях сотрудников милиции. С января месяца вот столько жалоб написано во все инстанции. Следственный комитет, собственную безопасность, прокуратуру и милицию. И вот столько жалоб написано за это время. И ответа пока никакого не получено.